Выбираю находок имеется. Портмоне с пропуском ООО «Камашип», банковскими дисконтными картами Чернобаевой Юлии Александровны. Паспорт, прописка город МИАС Челябинской области Цибарта Андрея Эриховича. Страховое свидетельство Головановой Аделины Эдуардовны. Паспорт Минполис Шаркова Андрея Рафаиловича. Белый домашний голубь окольцован, находится на станции скорой медицинской помощи. Коричневое кожаное портмоне с дисконтными картами и женским фото. Военный билет Семкичева Антона Николаевича. Бюро находок ищет. Черную женскую сумочку с паспортом, водительским удостоверением и банковскими картами Бобровой Валерии Игоревны, а также с ключами от автомобиля Hyundai и сотовым телефоном iPhone белого цвета, утеряно 25 сентября в районе Тукая 30, обещано вознаграждение. Паспорт и страховое свидетельство Давлетшина Рауфа Талгатовича, обещано вознаграждение. Собаку породы пекина из мальчика коричневого с белой грудкой окраса потерялся 21 сентября в районе страховой компании Чулпан по Менделееву, нуждается в постоянной медицинской помощи, обещано вознаграждение. Планшет модели Samsung Galaxy Tab 3 черного цвета в черном кожаном чехле утерян 19 сентября в районе 30 лет Победы. Обещано вознаграждение. Паспорт, трудовую книжку и другие документы Гениатуллиной Уркии Абдурахмановны утерян 18 сентября в районе пенсионного фонда. Обещано вознаграждение. Черную мужскую сумочку с документами на автомобиль, водительским удостоверением, паспортом и банковскими картами Макарова Алмазов Люсовича утерянную 20 сентября. Обещано вознаграждение. Бюро находок располагается по адресу Химиков 64А, телефон 42 33 33. Мы ждем вас по будням.